И контратака, которая завершается выходом Дедунова, отличившегося в предыдущем матче. Классная кинжальная атака получилась у гостей. Бросок, Ковач справляется, еще добивание. Два уже опасных момента создал «Авангард» в самом зачине игры. Подключение к атаке с Боровского, бросает он по воротам Попкова. Им звучит сирена, без голевой первый период. Первое звено автомобилиста контролировало шайбу. И вот оно уже начинает атаку. Стараниями Дуцука добивание. Каски бросает. Шайба отскакивает к Зборовскому. Кольцеру. И выход 2 в 1. Получается бросок и гол! Бочаров выводит свою команду вперед в меньшинстве. Представляет себе, какой удар по психологии «Авангарда». «Авангард» в этой серии уже продемонстрировал умение быстро сравнивать счет в матче. Так получается и на этот раз. Хохлачев. 1-1. Большинство реализовано. Да, безопасность прежде всего. Что-то случилось с ограждением. Площадки со стеклом. Нужно привести его в норму. Ой, какой хороший перевод. И Секач попадает в штангу. Великолепный пас от Толчинского. И тут сирена. Все не так, говорит Боб Харт. Дорогие друзья, викторина приняла участие. Выбрасывает шайбу подальше от своих владений. Снова Трямкин. Щемеров. Первая пара защитников начинает атаку. Отскок от лицевого борта. Бочаров. И подправление. Белоусов. Прыгает на борт. Судья фиксирует взятие ворот. Конечно, сейчас будет изучение видео. Но факт в том, что на 59-й минуте забросил шайбу автомобилист. Каски бросает от синей линии. Добивание. И шайба не попадает в створ ворот. И еще один шанс. Ковач прижимает шайбу. Вот сейчас арбитр показывает, что можно остановиться. Секунда до конца.